Всем здравствуйте. Маме привет. Их не остановил даже дождь. Активисты движения первых, студенты колледжей и школьники вышли на гагаринский субботник. В выходные убиралась вся Самара. Без внимания не оставили и главный космический парк города – парк Гагарина. И мы сегодня облагородим и дополним благоустройство в парке Гагарина, чтобы наши жители могли сюда приходить и видеть, радоваться чистоте, которая здесь есть. Очень здорово, когда ты своими руками на своем районе провел работы, приходишь сюда отдыхать, и ты видишь, что те работы, которые ты провел, видишь их своими руками, это важно для ребят с точки зрения осознания труда. Неравнодушные жители убирали старую листву и мусор, красили бордюры. В субботнике приняли участие более сотни молодых людей. Для учениц гимназии номер один он стал дебютным. Ну, конечно же, хочется видеть город очень чистым, вот, очень красивым, потому что мы же сами тут гуляем. Конечно, это очень объединяет ребят, особенно вот когда мы вместе будем работать. Это благородное дело, потому что никто, кроме нас самих, не может сделать город таким чистым. Общественно полезный труд полезен, интересен и занимателен, потому что мы в свое время участвовали во всех субботниках по уборке территории возле своей школы и также выезжали и в этот же парк, выезжали, когда мы были комсомольцами. Напомним, что уборка города проходит каждую среду и субботу, а 20 апреля состоится общегородской субботник. Полина Чулюкова, Константин Головин. События.